его язык впервые физвокализные регуляции и физвокализ дают возможность человеку улучшить вокальную речевую культуру свою и улучшить звучание своего родного языка. А также это влечет за собой появление нового общечеловеческого языка, способствующие вибрации, звуковой вибрации в нашем организме более оптимизированной. Тем самым человек, разговаривая, будет себя укреплять, свое здоровье. И самое главное, еще надо сказать, человек и его голос. Потому что голос, без голоса нет языка. Сначала был язык, слово, слово говорилось, и поэтому появился язык. Я считаю, что физвокализная регуляция поможет настроить биоорган, организм человека для правильного звуковедения, то есть улучшения характеристик, качественных характеристик своего голоса. Человек должен улучшать. Улучшая качественные характеристики своего голоса, человек улучшает и осанку, походку, мимику, жесты. Все это спутники и союзники хорошей речи. Сущность развития и функции языка. Давно интересовались люди, но почему же Академия наук СССР не заинтересовалась бытовой речью? Почему, как говорим мы эти слова, как мы их употребляем, правильно ли, четко? Потому что если плохая дикция, то очень много становится непонятным, и даже бывает из-за этого катастрофы. Мы считаем, что пора обратить внимание на каждому человеку, на свою речь, на свой язык. Именно язык своего народа дает не только вам возможность улучшать себя, но и чувствовать всю историю своего народа. Поэтому сущность развития и функции языка без постановки голоса немыслимо на рубеже двух столетий. Считаем, что физвокализ – это способ оптимизации межмышечной координации звукообразующего комплекса, то есть тех мышц, которые влияют на качественные характеристики голоса. Мы сейчас будем с вами делать основную стойку. Значит, надо встать в третью балетную позицию, чтобы у вас не было плоскостопия. И самое главное, эта позиция дает возможность лучше активизировать медиальные широкие мышцы бедра и другие мышцы бедра, и вы как бы снизу начинаете активизировать свои мышцы. Вот, пожалуйста, это мышцы, широчайшие мышцы бедра медиальные. После этого вы должны тазовую диафрагму, для того чтобы тазовая диафрагма именно активизировалась, ее нельзя активизировать саму, а обязательно через ягодицы. То есть вы должны активизировать ягодицы. Дальше вы делаете, активизируете косые мышцы живота. У вас получается, вот посмотрите, как идут ладони. Вот косые мышцы живота. После этого вы включаете, мы как раз уже показывали, широчайшие мышцы спины.
и делаете узкую талию, узкую талию и высокую поясницу, а сам человек выше становится, выше, еще выше. И вы таким образом себя растягиваете. После этого вы берете руки на 30 градусов отступаете, 30 градусов угол и в пол, даже как можно сильнее. Вот смотрите, я сделал сильнее. Вот смотрите, от этого движения а голос совершенно меняется. Значит, почему мы изменили, усилили работу наших широчайших мышц спины? Вот это необходимо. Основная стойка – это самый главный во всех, почти во всех наших, упражнениях физвокализной регуляции. Стойка, узкая талия, высокая поясница, медиальные широкие мышцы бедра активизированы, тазовая диафрагма благодаря ягодицам, завертельные ямочки мы обращаем внимание. Сами выше и обязательно крылья, полетность, чтобы, смотрите, как должна расходиться грудная клетка. Широко, сильно. И вот мне хочется сейчас показать, я поворачиваюсь в основной стойке и покажу вам, откуда звук берется сильный. Смотрите внимательно. Сильно. Если не работает это... Слышали? Сильно. Водные упражнения дают возможность прочувствовать вам весь ваш корпус и ноги, все тело начинает работать. Вот мы сейчас уже читали, что хочу воочию, не по слухам, чтоб тело совместилось с духом. Это обязательно, потому что мышцы наши работают потрясающе. Каждая клетка является живым резонатором. Мир – это гармония звуковых вибраций. Вот наше тело должно быть так натренировано, чтобы было это тело наше именно в гармонии звуковых вибраций космоса. Поэтому необходимо человеку следить за собой, тем более, что горловой аппарат очень важен для человека, а мы на него не обращаем внимания ни в спорте, ни в бытовой речи, никогда. И тогда, когда мы идем или же сидим, все равно. Еще надо всем знать, что если вы слушаете человека не с поставленным голосом, ваш голосовой аппарат работает так же, как у того человека, которого вы слушаете. Слушайте прекрасные голоса, женские, мужские, но прислушайтесь вы к детским голосам. Они не теряют верхнюю форманту, верхнюю позицию, и поэтому они говорят легко, свободно, все полетно. Когда вы подходите к детскому саду, вы слышите этот звук, великолепный звук, когда они играют и говорят между собой. Все время тело, вот я сейчас говорю, а у меня каждая мышца работает, она тоже участвует в звукообразовании. Для того, чтобы активизировать все наши мышцы, не напрягать, активизировать. Если вы будете напрягать, вот посмотрите сейчас на грудную клетку, еще посмотрите внимательно на грудную клетку. А я вот сейчас начинаю ее очень... Вот смотрите, о, хочу шире, шире.
Вот что делается. Все делается исподволь, спокойно. И тогда ваша гортань будет освобождена от спазма. Именно мышцы наши дают спазматические явления в гортане. Первые упражнения водные – это поклон. Поклон, я сейчас его покажу спокойно, не буду говорить в полуоборот. Посмотрите, как я отправляю далеко-далеко от себя копчик. Вот, внимательно посмотрите. Первое упражнение мы сделали. А теперь второе упражнение. Очень интересное. Оно интересно тем, что вы вращение делаете. А вращение очень полезно для нашего организма. Также я начинаю нагибаться. Вот, наклоняться, а потом в сторону, назад, как можно больше. Вот, здесь уже меньше. Потом в обратную сторону, видите? Это называется восьмерка. И потом стали опять. Обращайте внимание на грудную клетку. Обращайте, чтобы она, вот смотрите, чтобы все-все было именно активизировано. И когда грудная клетка активизирована, но не перенапряжена, то у вас и голос становится юный, звонкий, сильный. И вот, пожалуйста, я только сейчас одними мышцами. Ребята, я кончил 10 класс. И что я делаю с грудной клеткой? Ребята, он кончил 10 класс. Еще раз посмотрите. Наклонились как можно дальше. Старайтесь как можно повернуться назад, как можно больше. Руки вам помогают, вы на них особенно не обращаете внимания, но они у вас не сходятся. То все равно, тем самым еще раз можно, три раза подряд. Вот, видите? Вот. И обратно то же самое. Вот. Не бойтесь здесь прогнуться больше. Так, вы скажете, а что? Руки, может быть, вот так? Нет. Мы включаем лимфатические узлы. Смотрите, здесь мы включаем лимфатические узлы. Значит, в коленках мы включаем лимфатические узлы, в пахах. Мы здесь живот, верхняя часть живота тоже есть лимфатические узлы. Лимфатические узлы по подмышками, лимфатические узлы в локтях и лимфатические узлы у нас. Вот и смотрите, если я делаю, вот сейчас покажу лицо. Вот смотрите, вот я включаю. Покажи живот. Отлично. Ощущение здесь такой приятности. Вы как бы все тело искупали именно в лимфе. Лимфа, лимфатические узлы, лимфа, очень нужна нам, потому что она как раз защищает нас от многих заболеваний. Это наша иммунная система. Вот физвокализная регуляция улучшает кровообращение, кровотоки и улучшает лимфоток.
Поэтому каждый должен заниматься физвокализной регуляцией, ибо тогда его организм будет чувствовать себя намного сильнее и более мощным. И, конечно, это даст продолжение жизни. А жизнь так прекрасна, мы это все знаем. Поэтому здоровое тело только должно совместиться и с духом. Если здоровое тело без духа, то оно и быстрое, это наращенные мышцы все, они быстро исчезнут и покроются, тело покроется жиром. И вот спортсмены, которые не занимаются, они как раз, у них уже нет вот такого, чтобы все было столько мышц, сколько нужно. Нет, вот посмотрите, посмотрите внимательно, видите, ведь не дает возможность вам увидеть, вот посмотрите, еще тоньше талии, еще тоньше, вот, все убирается, вот какая крепость, вот что нужно обязательно. И вот это стремитесь всегда, и тогда у вас голос будет плотный, энергичный, четкий и молодой. Следующее упражнение, и с радостью надо выполнять, и ритуально, что это очень нужно нашему организму. Вот обязательно. И вот смотрите, мы встали опять в позицию. И, конечно, вы можете отдыхать между упражнениями. Я вам без отдыха показываю. Вы делаете что? Поклон вперед. Раз, два, три. 4, обратно, 1, 2, 3, 4, и обязательно лучезарьте глаза, чтобы все, вот это сделали очень нужный. Дальше вы делаете назад только 2 раза, голова тяжелая, и поэтому осторожнее, 1, 2, 3, 4, делает человек сначала 3 раза, потом 6 раз, вам подскажет сам организм. И потом, конечно, там руководство, которое где показано, сколько делать и как делать. Конечно, к этой кассете нужно еще и руководство. Вы дальше делаете. Помните, я говорил, что почти все упражнения делаются в основной стойке физвокализа. А теперь мы, наоборот, плети рук, все висит, не падает только это бодрое расслабление, не падают плечи, вот так не надо, слышите, как голос сразу же, вот не падает, и у вас ягодицы прямо кисель, вот так, когда вы вот это прочувствуете, все у вас как на вешалке, и вы начинаете круговые движения головой. Все, мы справа начинаем все. Мы опустили голову, пошли назад как можно дальше. Вот. Еще. Вот так. Может и обратно, а все у вас, плети рук, все, грудная клетка, все мышцы на грудной клетке висят. Вот. Еще больше, помните, мы как мало назад, а здесь как мы много назад, как много в сторону назад. Вот, посмотрите, вот. Замечательно. И какое-то освежение сразу же. Следующее упражнение у нас блок из 3 упражнений. Первое – карниз. Мы становимся опять в основную стойку. После этого мы поворачиваем голову. Сейчас я спокойно. А потом объясню, почему, что делается. Смотрите внимательно, я ничего не говорю, только делаю.
А теперь я скажу свободно, стану свободной, почему я повернул голову в сторону руки, которую я поднял. И эффект, это в честь австрийского ученого, называется эффект Магнуса. Магнус доказал, что когда мы поворачиваем голову, то мы активизируем ту часть тела, правую или левую, в какую сторону мы повернули голову. Дальше вы видели, я старался как бы на доске делать кружочек. А доска отходила, и мне приходилось как можно дальше. Таким образом, я хорошо работал в отношении своих широчайших мышц спины. И широчайшие мышцы спины помогали косые мышцы живота. Теперь кронштейн. Посмотрите, тоже без голоса кронштейн. Я становлюсь опять в основную стойку физвокализной регуляции. Посмотрите на ноги, все. И теперь я поворачиваю также голову и молчу. Вот когда я сделал упражнение карниза, вы обратили внимание, плети рук. Опять же у меня ягодицы прям по полу, вся грудная клетка, на грудной клетке мышцы все висят. Но помните, плечи не опускайте. Здесь как бы бриллиантики не должны падать. Вот это необходимое для интереснейшего нашего упражнения Полины Виардо. Полина Виардо была изумительной певицей французской, как раз другом Тургенева. Она пела всегда немножко назад. Вот чувствуете, я могу назад, а голос может даже у кого-то плотнее быть. Это и у меня тоже так же. И тогда-то мы и решили в честь ее назвать Полина Виардо. Смотрите внимательно. У нас на плечах бриллиантики. У нас ничего не падает. Все расслаблено. Расслаблено, но бодро, потому что мы держим все-таки плечи. И мы начинаем назад, вниз, в исходное положение. Вот посмотрите. Дальше у нас идет звук в коленке. Вот посмотрите, в коленке я поворачиваюсь, тоже буду молчать. Посмотрите. Звук в коленке. Вы становитесь на ширину ступни и выдвигаете коленку. Значит, здесь можно, вы слушайте внимательно, смотрите на коленки. Здесь можно вот так сделать две коленки. Можно оставить вторую коленку разогнутой, она уже не в... А первый делать... Но делать узкую талию, высокую поясницу, широчайшие мышцы спины, бубрюшные мышцы подъязычной кости, грудино-ключично-сосцевидные мышцы. И вот вы делаете, даже и здесь я делаю, вот я, смотрите внимательно на коленки. О,
О, о, о. Теперь посмотрите две коленки, а я акцентирую на ту коленку, которая выдвинута на нога. Смотрите. О, 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 о. Так, теперь я уже слежу, чтобы эта нога задняя не... Это, у нее не будет коленка согнута. О, 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 о. Таким образом вы видите, что коленка сгибается меньше. О, 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 о. Но зато тоже уже включаются другие мышцы. Ну и аналогично это же упражнение, я уже не буду вам показывать, тоже делается так же. И все аналогично. Вот поэтому вы должны обязательно выполнять ритуально. Если вы решили сделать так, чтобы вторая коленка не сгибалась, сделайте внимательно, а потом сделайте, чтобы она сгибалась. Вот это обязательно. Теперь мы еще покажем упражнение очень хорошее. Это звук под пяткой. Вот вы становитесь на ширину ступни, ставите ваши ступни на ширину ступни, вот, и ноги, и обязательно в позиции, вот так нельзя, вот вы встали, узкая талия, высокая поясница, широчайшие мышцы спины, все включили, шейка тоже у вас работает, грудино-ключично-сосцевидные мышцы. И вы начали. О, 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 справа. О, 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 слышите? Вы этот звук сверху как бы под пятки даете. И все ваше тело как вибрирует прекрасно. Ну, после этого вибрации всего тела, вы берете стул или что-то и садитесь внимательно на бугры. То есть только-только на самый кончик, чтобы не упасть, ничего. Ноги параллельные вы делаете, руки положили спокойно. Можете расширить пальчики, можете не расширить, как вам удобно. Уже талия выше, поясница. И вы вперед делаете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А назад только на два. Раз, два, три, четыре. А теперь я тихонечко сделаю. Сам буду считать. Уже талия выше, поясничка, уже талия выше, поясничка, уже талия выше, поясничка. Вот, пожалуйста. В этом же также можно сделать и Полина Виардо. У кого-то ноги устали, или они вообще слабые, то вы сидите. Уже талия выше поясничка, параллельно сделали все. Уже талия выше поясничка, положили руки спокойно, руки на плечи и пошли назад, вниз, в исходное положение. Все, 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 все висит, все, только не опускается. Вот так плечи не надо опускать. А вот вы ровненькие назад, потом вниз уже все. Руки, ни в коем случае вот так не делайте. Смотрите, вот они руки. Вот еще внимательнее смотрите. Раз, два, три, четыре. 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 Вот.
Это очень хорошо сидя сделать. У кого ноги все-таки побаливают, все, у нас очень много, много-много упражнений сидячих. Также вы, сидя, можете и смотрите. Это вы уже знаете, кронштейн. Вот, пожалуйста. Вот. Потом повернули. Потом вы делаете карниз. Я в одну сторону вам буду показывать. Вот вам карниз. Вот. И вы, а здесь, но рука обязательно туда вниз, прям в пол. Вот, пожалуйста, вам карниз. Ох, как отходит. Смотрите, смотрите, руку, как я тяну, тяну туда, тяну, тяну. А сам вот не, так не делаю, нельзя вот этого. Вот, 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 тогда-то все и замечательно. Вот. Вот и Полина Виардо я уже вам показывал. Значит, весь блок вы здесь можете. Также сидячий вы можете сделать и голову вперед-назад. Тоже опять с узкой талией, высокой поясницей. И круговые движения головой тоже можете. Вот это уже многие упражнения. А если вы хотите, уже у вас очень ноги устали или что, то можно очень низко опуститься. Опуститься. Вот. Это у вас будет поклон. Уже низко-низко, сколько вы можете. Но чтобы здесь не поджимать, все время старайтесь косые мышцы живота подтягивать. Тогда животик вам не будет мешать в это упражнение. Вот сколько я вам показал упражнения, которые можно делать сидя. Еще вам покажу, если вы полюбите эти упражнения, то смотрите сейчас на меня интересно. Встали мы в нашу стойку, встали в стойку, поднимаем руки перед собой. Теперь нам нужно что сделать? Соединить их. Соединить, и вначале мы будем делать от себя, то есть отдавая всю свою доброту всем, кого вы уважаете и любите. Вот посмотрите. Но самое главное, уже талия, выше поясничка. Мы делаем, раскрываем наши ладошки. Узкая талия, высокая поясница. 8 раз. Потом вы на себя уже, энергия идет вся на себя. Значит, раскрываем ладошки на себя. Узкая талия, высокая поясница. Вы слышали, как голос работает тоже? Это замечательное упражнение в нашей стойке. И самое главное, косые мышцы живота очень хорошо работают. И нижний сегмент широчайших мышц спины. Теперь переходим к основным. Эти упражнения уже более сложные, и поэтому вы должны их тщательно очень выполнять. Первое упражнение – это мы на дыхание. Вы делаете упражнение, вот смотрите, вы там дышали спокойно, все, а здесь вы встали в нашу основную стойку, вдохнули обязательно спокойно и как бы вниз под лобок. И не ноздрями, а вот перегородка, носовая перегородка, как бы в ней есть дырочки,
И вы, как розочку дышите, вдохнули, прочувствовали прекрасный запах розы. После этого вы сразу же задержали дыхание. Выдох. Опять вдох, розочку. Задержите дыхание. Идем. Выдох. Медленно-медленно. Встали в основную стойку. Узкой талии, высокая поясница, полетность, крылья ощутите. На голове кувшин, седьмой позвонок вы должны в ее ямочку. Все. И продолжаете следующее упражнение. Но я для того, чтобы вам напомнить вводное упражнение, я показал вариант. А еще есть другой вариант. Я сейчас его вам покажу. Смотрите. Встали мы на ширину ступни. Руки положили на копчик, чуть-чуть повыше, на копчик. И после этого уже талия выше, поясница, медиальные широкие мышцы бедра тоже включаются. И мы начали звук О. О! 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 Вы почувствуете, как резонирует даже О! 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 О, как у вас копчик резонирует. Это у некоторых будет резонировать, у некоторых не будет резонировать. Но впоследствии, когда вы овладеете межмышечной координацией звукообразующего комплекса, оптимизируете этот комплекс звукообразующий, то у вас уже обязательно будут все мышцы чувствовать ваш звук. Они будут участвовать в звуке. Вот почему они будут и чувствовать. Второе упражнение, основное, это выброс ноги. Мы поставили ноги на ширине ступни, можно чуть-чуть пошире. И положили, значит, какая у нас будет нога идти вперед? Правый, мы все с правой стороны, значит, для того, чтобы активизировать косую мышцу живота, мы руку кладем на косую мышцу живота. Вторая рука как была в пол, так она и остается. И мы выбрасываем ногу. Не старайтесь сначала. Я сейчас могу очень высоко, но не буду показывать. Я для того, чтобы никого... Я не хочу никого... Вот, видите, как высоко можно... Старайтесь сначала правильно. Вы даете штырек в ягодичку и выбрасываете ногу. Раз, два, три. Основная стойка. Парадоксальное дыхание. Поднимаем руки 90 градусов. И мы... Как было 30 градусов, вот поднимаем, потом делаем так, и вот, как бы кулачками спокойно, свободно мы сжимаем пальцы и начинаем. Вдох, почему парадоксально? Видите, мы вдох, выдох, не дышим. И так дальше. Следующее упражнение. Лифт. Становимся в... Значит, здесь можно и отрывать пятки, и не отрывать пятки. Я покажу один раз, отрывая пятки, а другой раз, не отрывая пятки. Мы опять из основной стойки и опускаемся. Пятки вместе, носки врозь. Опускаемся ровно-ровно.
ни в коем случае не под углом, а ровно мы опускаемся, и посмотрите, как руки перед лобком, вот опустил. И поднял я, смотрите, видите, и поднял пяточки. А второй раз я опускаюсь, не поднимая пятки. Вот. Не старайтесь очень низко, но ни в коем случае, чтобы ровнее. И опять в пол. Следующее упражнение. Становимся опять в основную стойку и поднимаем V-образные руки. V-образная растяжка. Смотрите, мы начинаем. Раз, два, три, четыре, тянем, резина не дает нам руки втянуть. Дальше 5, 6, 7, 8. И уже талия, выше поясничка, все напрягается. Вы не смотрите на руки, но руки только должны не так, а вот смотреть, чтобы у вас, вот, даже проверить можно. Вот, вытянулись, и потом вы режете воздух обратно. Спокойно, все, 4, 5, 6, 7, на 8 опустили руки. Мы поднимаем руки 90 градусов как раз из основной стойки, чтобы 30 градусов было. И выброс ноги. Вы ставите на ширину ступни и выбрасываете ногу. Не старайтесь очень высоко. Потом постепенно, я вот сейчас покажу не очень высоко, могу выше, но и обязательно завертельную ямку, как бы укол сделаете. И поднимаете. Раз, два, три. Вот. И также сюда то же самое. Вот это сделали. Следующее упражнение, я буду обязательно сбоку, чтобы вы посмотрели меня. Смотрите, это то же самое, поднимаем, также растяжка, и именно как бы нам тяжело поднимать, потому что не пускает резина. И дальше мы делаем прогиб спины, только снизу. Смотрите, я буду снизу делать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, и дальше могу, вот сколько. А если я не начну в середине, слушайте, какой звук. Раз, два, три, четыре. Вот, здесь не прогибайте сразу прогибается снизу. Вот это запомните обязательно. После этого вы делаете полуштангу. На ноги обратите внимание. Одна нога правая вы ставите сзади. То же самое растяжка V-образная. И вы, я осторожненько, только одной ногой покажу. А второй уже понятно. Вот я иду, везу. Раз. И мысленно «О», но не без звука. Можно потом звук сделать. «О». Вот. И также второй ногой. Следующее упражнение. В основной стойке руки должны быть очень у вас чувствительные, пальцы. Поэтому опять вы делаете. И вот, пожалуйста, выброс. Раз, два, три, четыре. Потом вы можете со звуком даже «О! О! 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 О!» О, 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 о. Следующее упражнение. Мы должны делать рояль, поднимать рояль. Опять я хочу сбоку вам показать. Вот берем, поднимаем рояль. Смотрите, я поднимаю тяжелый. Все. Узкая талия, высокая поясница. Все. Сейчас вы делаете, поднимаю рояль, поднимаю. Вот ощущение, но гортань не должна зажиматься. Вот. А
Косые мышцы живота должны прям в сторону идти. Вот это рояль надо помнить. Из основной стойки мы делаем замок. На ширине ступни ставим ноги, ставим на пятку правую ногу и ее коленку сгибаем. Сгибаем коленку, за второй коленкой можете не следить. Лучше ее тоже немножко сгибать. Но вся концентрация на ту коленку, на нога, которая выставлена. И посмотрите, что делается. Уже талия выше поясничка. О, 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 о. О, 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 о. Я вам звук даю, чтобы вы видели, как это хорошо делается. Вы без звука. И также второй ногой. Вот, то же самое. Следующее. Плечи рук. Все висит, только плечи не падают. Спокойной розочкой вдох. Активизируйте тазовую диафрагму и лобок, под лобок. Вдохнули. Раз, два. И потом расслабили все и выдохнули. Это можете закрыть даже глаза. Тогда делайте ниже, 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 ниже реснички. Ниже. Это дополнительно. Ниже, ниже. Вдох. Прекрасно. И выдох. Следующее упражнение. Балансировка. Балансировка – это мы пятки соединяем. Вот посмотрите, посмотрите. Если вы, например, можете как можно дальше, как можно дальше. Вот сегодня надо поддержаться. Ну, предположим, я поддержался. Вот смотрите. Тогда я вот делаю. Раз и два. Вот, вот, вот. Вот это балансировка. И С. С. Вот это очень хорошо. Как можно дальше, как можно, видите, прям ровненько. Ровненько. Вот. Все, это обязательно. Следующее упражнение. Высокая поясница. Мы садимся на бугры. Вот. Здесь. Мы очень обращаем, если в вводном упражнении мы как бы двигались еще, не очень обращали внимание на высокую поясничку и штырек. Но здесь мы обязательно должны, вот, все, вот в таком положении, и очень напряженные. И то же самое, вперед 4, 8 обратно. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Следующее упражнение – буравчик. Опять мы встали в нашу позицию. Всегда с радостью, как бы ритуально, становитесь в эту позицию. Узкой талии, высокая поясница, медиальные широкие мышцы бедра – обязательно, чтобы грудино-ключично-сосцевидные мышцы, двубрюшные мышцы, подъязычные кости, здесь сверкающие глаза. Все вы должны делать очень тщательно, что это очень нужно вашему организму. У вас как раз тогда будет организм подчиняться вам лучше и с радостью выполнять ваши команды. Вот. Буравчик, вы выставили ногу, все справа мы начинаем, и женщины, и мужчины, не играет роль. Почему? Потому что больше всего зон Захарина Геда справа. И как бы для сердца мы готовим время. И мы что делаем? Тоже сначала без звука, я с вами со звуком покажу. Мы делаем буравчик. Раз, два, три. О! О, о, и второй ногой то же самое. Вот, все.
Сейчас сделаем упражнение с вами за звук под пятками. Мы делали поочередно, а сейчас обе пятки поднимаем. Смотрите, становимся на ширине ступни. В нашей позиции поднимаем пятки, вдох и выдох. О! Вдох, выдох, о! И вот такое ощущение. О! 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 Следующее упражнение. Следующее упражнение мы веерообразная растяжка. Мы поднимаем так же, как обычная V-образная растяжка. Поднимаем на 90 градусов наши руки. После этого поворачиваем ладони и расширяем их. Расширяем, 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 расширяем. Сильно, сильно, шире, шире. Шире еще, еще тяните, тяните, шире, шире. И обратно, когда возвращаетесь, прибивайте пух, 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 пух. Потом, когда дошли 90 градусов, собрали и режьте, режьте воздух, режьте воздух. Вот, пожалуйста, очень хорошее упражнение. Вот, это обязательно упражнение, называется веерообразное. А теперь один раз и не каждый день делать. Вы посмотрите, какой замечательный круглый звук в ладонях. Вот я поднимаю так же, руки переворачиваю ладони кверху, собираю как бы воздух в свои, между пальцами и в ладонь, и тяну на себя. Вот этот звук, без звука, я тяну на себя воздух. И посмотрите, как я делаю без... Посмотрите, я не буду говорить. Я тяну на себя, и после этого этот звук даю вниз, и потом в пол отправляю. Упражнение очищения для мёбной занавески и маленького язычка. Мы из основной стойки, помните, уже талии выше поясницу. Мы как бы осторожненько даем между зубами ладонь. Вторую руку мы перед собой. И поднятые нёба, вот как с мизинца на большой палец. О! О! Что я делаю? И также я делаю второе. Это очень тяжелое упражнение. Осторожно надо делать. И, безусловно, к этому упражнению можно делать еще. Из нашей стойки к этому же упражнению вы почти рот не раскрываете, поднимаете нёбо прям вот сюда, в верх части лба. Поднимаем, вот я образно вам показываю, как я поднимаю. Я поднимаю, вот, смотрите. Во! Нет, не открываю, я это... Как раз зевок-то очень вредный, а мы не зевком. Мы поднимаем нёбо. Я поднимаю. Раз, два, три. А потом уже опускаю челюсть. Теперь я вам объяснил. Посмотрите, я как делаю. Уже не руками. Я сейчас вот. Все. Великолепно. Можно помочь закрытыми глазами. Посмотрите, я закрываю глаза,
реснички ниже, ниже. Когда я буду поднимать вверх нёба, они реснички как бы к нёбу вниз. Смотрите. Вот, это замечательно. Все пение происходит правильно тогда, когда вы поднимаете нёбо. Вы все будете проверять. Вот смотрите, я сейчас сказал немецкое ясно. Кляр и фарен есть, ехать и кляр ясно. Два слова. Буду не картавить, а говорить не картавить. Кляр фарен. Вы тоже со мной говорите. Кляр фарен. А теперь со мной картавьте. Кляр фарен. Вы почувствуете, как у меня нёбо ваше опустилось. Поэтому кто картавит, не может сказать правильно. Со звуком хочу показать упражнение. Это говори спиной. Поднимаем руки, как мы делали с вами в V-образные позиции. Говори спиной. Говори спиной. Вот, это обязательно нужно. Теперь вы должны делать стон. Вот стон здесь. Вообще итальянцы многие поют на стоне. Обязательно. Тогда вы включаете интереснейшие пучки мышц, особенно глубоких мышц, и хорошо включаете нижний сегмент широчайших мышц спины. Хочу показать еще сбоку, как говорить спиной, а потом покажу, что спина делает. Поворачиваюсь, опять становлюсь в основную стойку, и посмотрите, как руки идут. Говори спиной, говори спиной. А теперь посмотрите, что делает, когда, чтобы вы посмотрите на мои руки. Говори спиной, говори спиной, говори спиной. Теперь я вам покажу со звуком юн, йон, ин, ян. Вот. Вы встали в основной стойке, потом руки точно и делайте юн, йон, ин, ян. Мужчины, женщины. Юн, йон, ин, ян. Вот они должны ян так. А мы юн, йон, ин, ян. Такой твердый. Юн, йон, ин, ян. Юн, йон, ин, ян. И еще хочу показать из этой... Ни-ни-ни-ну. Здесь валик бархатный, черный бархат. И вы пальчиками по бархату. Ни-ни-ни-ну. Есть еще упражнение. Си-ву. И... Юн, йон, ин, ян, я вам говорил. Суль, воль, та, ту, о, си, вэль. Но это уже, когда вы достигнете межмышечной координации звукообразующего комплекса. Считаю, что я достаточно вам показал упражнений. Вы можете добавлять упражнения. Только помните, узкая талия, высокая поясница – все, лимфатические узлы все включены, кровообращение великолепное, и вы озаряетесь. Озаряетесь, если вы... Я вам покажу самые любимые мои упражнения. Это V-образная растяжка. Она как бы
дает вам такое наслаждение, все, и вы опускаете руки, режете воздух, все накаляется, все у вас, и вы в пол, и стоите такие умиротворенные, сильные, 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 сильные. Слушайте, когда только я начинаю в пол больше, включаются широчайшие мышцы спины, и сразу же у вас звук мощный, сильный. Вот еще надо плотнее. Мощный, сильный, сильный, мощный, сильный. Собирайте мысленно весь звук. Не распластывайте его. Не нужен такой звук. Сильно, мощно, красиво, мужественно. А женщины должны мягко, собрано, мягко, не мягко, а нежно. Не надо мягко, оговорился. Нежно, собрано и очень добро. Вот это женский. Смотрим опять. Смотрите, я сейчас говорю. Я сейчас заставляю себя. Сначала я медиальные широкие мышцы бедра. Для того, чтобы их активизировать больше, мы можем сделать коленочки. Раз, два, три. После этого я включаю косые мышцы живота и тазовую диафрагму. Тазовая диафрагма включается за счет завертельных ямок на ягодицах. Вы как будто штыри, вот посмотрите. Надо обратить внимание в основной стойке обязательно на завертельные ямки в ягодицах. И вы мысленно, иногда даже сделаете указательным пальцем штыри, и вы соединяете их выше, выше, выше. Вы соединяете, а сами пошли еще выше. Вот, смотрите, когда я это делаю, звук сильнее, сильнее, сильнее. Вот обязательно надо знать. Теперь здесь обратите внимание очень хорошо на косые мышцы живота. Косые мышцы живота, всегда наша старость начинается с косых мышц живота. И вы обязательно V-образно снизу, V, латинское V, вы тянете. Ни в коем случае не тяните живот сюда. Слышите, какой звук? Все упражнения, которые вы делаете, вы должны следить за гортанью. Если в ней появляется спазматическое явление, что-то вы делаете в этих упражнениях физвокализной регуляции неправильно. Дорогие друзья, эта видеокассета предназначена только для учащихся школы физвокализа Анатолия Попова. Физвокализ – способ оптимизации межмышечной координации звукообразующего комплекса. Поэтому все упражнения должны корректироваться уже специалистами, ибо если их выполнять неправильно, то они не дадут тех замечательных результатов, которые они дают при координации правильной и коррекции. Коррекция необходима. Мы обращаем внимание, самое главное, на гортань. Гортань не обращает внимания никто. Я думаю, что в 21 веке ученые займутся именно гортанью. Новые подходы и новая техника для изучения горлового аппарата могут дать множество уникальных фактов, верно осмыслить, которые задача современной науки. Хорошо сказал академик Амосов. Гортань и руки – это не просто инструменты. Им соответствуют большие модели сложных движений. Спасибо
за внимание. Мне очень хочется пожелать окончившим школу физвокализа Анатолия Попова, чтобы они несли эти знания в широкие слои населения не только нашей страны, но и в других странах. Ибо в 21 век, я очень уверен, будет веком человека. И, наконец-то, люди будут изучать человека более глубоко, более широко, и самое главное, обратят внимание на его голос человека. Ибо в конец 20 века был отвратительным в том отношении, что за качественными характеристиками голоса не следило ни радио, ни телевидение, ни театр. Пусть же будет в 21 веке как можно больше прекрасных певцов, дикторов и педагогов с хорошо поставленными голосами.